Живая классика в исполнении клинских школьников. Клину открылся муниципальный этап всероссийского конкурса чтецов. В Центральной детской библиотеке сегодня декламировали ученики сельских школ. Живая классика с 18 по 21 век. В этом году не ограничили выбор произведений и список авторов. К декламированию допускаются школьники от 10 до 17 лет. Сейчас в списках участников почти сотня клинских учеников. Это те ребята, для кого литература – любимый в школе предмет. В чем секрет этого конкурса? Да в том, что дети наши любят читать. У них их диапазон читательских интересов впечатляет. И самое главное, что этот конкурс позволяет раскрыть их личные интересы. То, что интересно именно им. Им интересна и Великая Отечественная война, и история нашей страны, и зарубежная история, жизнь современных подростков и в России, и за рубежом. Школьная программа не подходит для конкурса, но участников это совершенно не останавливает. Наоборот, они стремятся блеснуть литературным кругозором. Самое главное же, чтобы произведение понравилось самому чтецу. Надо проникнуться прям в роль, вжиться в роль и рассказывать со всей душой, как ты хочешь. Мне понравилось стихотворение Марины Дружининой «Звоните, вам споют». Потому что оно более юмористическое и смешное. Конкурс проходит в три этапа. Его открыли пятиклассники из сельских школ. Завтра эстафету подхватят старшие ученики из города. А итоги подведут в этот четверг. Победители поют региональный этап. Виктория Тихонова, Александр Сидей, Дмитрий Кириллов. Новости дня.